В научно-клиническом центре Казанского университета состоялся круглый стол по вопросам диагностики, лечения и вакцинопрофилактики COVID-19. Подробности в сюжете. В рамках года науки и технологий обсуждается актуальная тема борьбы с пандемией. Институт фундаментальной медицины и биологии совместно с отделением Академии наук Республики Татарстан организовал круглый стол, посвященный коронавирусу. В чем особенность? Мы имеем здесь классическую встречу практикующих врачей и фундаментальных ученых. Мероприятие направлено на общую аудиторию, то есть не на конкретных специалистов. Круглый стол именно для того, чтобы обсудить проблемы общества. Какие вопросы есть в обществе к врачам, что могут врачи сказать обществу. Докладчиками стали члены Академии наук Республики Татарстан, члены Петровской академии наук и искусств и профессора Казанского университета. Задача мероприятия – прийти к единому мнению о противостоянии распространения заболевания. Осветить самые актуальные проблемы, акцентировать, конечно, внимание на Республике Татарстан, у которой, скажем честно, есть очень хорошие успехи, и обсудить проблемы вакцинации, поскольку наверняка многие знают, что есть целая куча такой антипрививочной кампании, которая не имеет под собой никаких научных обоснований. И мы надеемся, что в ходе вот очень кратких докладов с разных сторон, из разных учреждений, мы выработаем какую-то общую позицию. Напомним, что Казанский университет первым среди вузов совершил прорыв в изучении COVID-19 и открыл специальную клиническую больницу. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.